Для начала подробнее рассмотрим случаи, когда любители поворота вторым рядом провоцируют других на ДТП. Безусловно, именно участники самих аварий несут ответственность за совершенное. Но, возможно, после просмотра этих видео и первые, и вторые будут более осмотрительны. Пересечение Гали и Комсомольской из-за попытки одного водителя выполнить поворот вторым рядом полностью останавливается средний ряд. И когда зеленый гаснет, водителю, стоящему позади, стоило бы просто остаться на месте. Но он решает иначе. Другой пример. При повороте вторым рядом для водителя в соседнем ряду перекрыт обзор. Не оценив безопасность маневра, он все-таки решается ехать. Но не тут-то было. Ситуацию, кстати, в таких случаях усугубляет скользкое покрытие, когда чуть большая скорость может в разы увеличить ваш тормозной путь. Посмотрите, как перед большегрузом разворачивает Ford Focus. Кстати, это ДТП происходит буквально полтора часа спустя после предыдущего. Следующая категория – торопык в спешке объезжает стоящие на поворот автомобили настолько уверенно, будто у них рентгенное зрение и ничего не перекрывает их обзор. Но только как будто, ведь аварии избежать им не удается. В авариях при левом повороте чаще виноваты именно те, кто выполняет этот маневр, так как они обязаны убедиться в их безопасности. Но извините, как защититься от ныряющих из одного ряда в другой и проезжающих после на красный? Это практически невозможно. Мораль этого обзора такова, что вновь мы упираемся во взаимоуважение на дороге. Безусловно, мы не можем исключить человеческий фактор, и нередко недоработки дорожной инфраструктуры могут создавать аварийные ситуации. Вот только культура вождения на данный момент действительно не на самом высоком уровне. Берегите себя и своих близких, удачи на дорогах, пока!